Сохраняя традиции, под таким названием в Твери открылась выставка работ местных художников. В городском музейно-выставочном центре представлены картины Константина Первухина, Анатолия Спиранского, Ефрема Зверькова и других мастеров. Торжественная церемония открытия прошла в минувшую пятницу. С места события материал Никиты Васильева. Выставка «Сохраняя традиции» посвящена столетию со дня рождения художников Ефрема Зверькова и Василия Волкова, а также 90-летию Вячеслава Шумилова. Уроженцы Тверской земли стали знаменитыми певцами природы, культуры и истории Верхневолжья. Общая идея, которая отражена в их творчестве, — это любовь к своей родине. Именно эти ценности в своих работах стремятся сохранить современные тверские мастера. Людмила Юга, например, в своих работах, представленных на выставке, изобразила бабушку, маму и первую жену Петра Первого. Три царицы, которые поддерживали русский дух, русскую культуру, это все были образованные царицы, они продолжали род Романовых. Вот это как раз тот кусок истории, который соответствует русской истории. Мне хотелось их изобразить. История, природа и быт Тверского края. Об этом рассказывают с полотен такие тверские художники, как Константин Первухин, Анатолий Спиранский, Николай Дочкин и другие. Всего на выставке представлено более 100 произведений, 14 авторов. В экспозицию вошли живописные и графические работы в жанре пейзажа и натюрморта. Как отмечают организаторы выставки, представленные работы показывают зрителю, насколько сильна в контексте мирового и российского изобразительного искусства Тверская школа русского реализма. Происходящее здесь позволяет нам с помощью присутствующих здесь и, слава Богу, ныне здравствующих художников почувствовать всю искренность и простоту русской души, русской истории, русской природы. Выставка «Сохраняя традиции» открыта в Большом зале Тверского городского музейно-выставочного центра. Экспозиция будет работать до 3 октября.